Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мафиоза. Так, давайте мы откроем для начала сундучки и посмотрим, что нам выпадет. Так, никакой рекламы, потому что она у меня почему-то, ребята, не показывается. Я не знаю, мне кажется, это дело в эмуляторе. Да, в последнее время меня прокатывают с нашими вот этими вот видосиками. Я бы обязательно посмотрел, но не могу, к сожалению. Так, как видите, у меня все ячейки свободны, поэтому есть смысл сегодня, ребята, подзабить все это дело и также накопить 15 шляп. Но я вам хочу сказать одно. Видите мой рекорд, да? Меня скидывают потихонечку. А почему? На турнире я профукал все, что можно. И я могу зайти сюда за 10 гемов. Слушай, была не была, я соглашусь. Я соглашусь, потому что последний мой бой это было просто фиаско. И знаете, в чем дело? Потому что я выбирал противников... Как сказать, я выбирал героев для себя, а оказывается, я выбирал героев для своего противника. Вот это была жесть. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас идет обычный нормальный отбор. Я уберу отсюда, пожалуй, зомби. Хотя многих-многих игроков я бы отсюда убрал бы, но не получается. Так, слушай-ка. Что? Кого он хочет убрать? Он очень-очень долго думает. Слушай, только не говори, что ты вышел. Нет, он думает, ребята, он думает. Или он все-таки забил болт на это все? Странно. Предположим, ребята, он убрал. Хорошо, а я возьму и поставлю. Ой, тихо. Так, секундочку. Это получается, что он мне выбирает. Так, ладно, давай тогда мы сделаем, знаешь, что с вами? Раз он мне выбирает, я выбирать буду тогда ему. Блин, подожди, в чем проблема-то? Да хорош! Серьезно ты что ли? Ладно, давай так же сделаем. Кого следующего он... А, я выбираю, да? Фух. Давай, наверное, выберем мы с вами вот этого вот преступника. Так, кого он мне выберет? Ребята, в основном все вот, я не знаю, кто это, арабы, не арабы, кто это такие, вот их здесь очень много. Я не знаю, игра от какого разработчика, может быть, тоже араб, я не знаю, но перевод и все вот это вот больше похоже на наши. Ну, кого ты, блин, сейчас мне автоматически, да? Блин, ну вот спасибо. Дали тоже. Ну, давайте тогда, ребята, подождем, когда... Слушай, ну, по-моему, это фейк. Это фейк, потому что, ребят, ну, на самом деле он вроде бы как и не играет. И в то же время компьютер мне подбирает своих оппонентов. Офигеть. Я ему в следующий раз, знаешь, кого тогда дам? Зашибись, еще и доктора этого чокнутого дали мне. И кого я ему могу подкинуть? Кого мне ему подкинуть, ребят? Ну, серьезно говорю. Ну, давай деп. Давай деп поставим. Вот таким вот образом, ребят. Ну что, все, в принципе, карты раскинуты. И мы приступаем. Я хожу первым. Угу. И начнем мы с вами, пожалуй. Я даже не знаю, с кого. Ну, давай с медика. Мы будем с вами начинать с медика. Так, ждем. Если он сейчас не будет ходить. Слушай, ребята, он ходит. Я сижу и думаю, зачем я ему дал деп? Зачем я ему дал деп? Так, сделаем вот таким вот образом, да? И попробуем. Так, это у нас что, ребята? Тайком нацеливается на врага. Если тот сделает ход, то получит большой урон. Давай вот так вот сделаем. Тайком. Если сейчас деп выстрелит, она получит урон. Получив ответку. Слушай, неплохо, да, бомбанули? Он сразу понял, что это пипец полнейший. И начинает, естественно, ребята... бросать свои скальпели, чтобы отхилить деп. Хорошо. Давай сделаем так же. Я могу только, видимо, один раз. И сделаем защиту. Защиту я хочу, наверное, сделать вот сюда. Так, посмотрим. Посмотрим, что он будет делать. Мне кажется, что он будет ходить зря. Ух. Так, ну что, ребята. Угу. Отлично. В доктора. Ну что, теперь, я думаю, есть смысл... Нет, пока нету, ребята, смысла бросать вот эту вот бомбочку. Давай, наверное, сделаем с вами вот так вот. Плюс хильнем сами себя и бросим скальпель.
Вот так. Ну что же, смотрим, что он будет делать. Ярость 100%. Сейчас он может сделать все, что хочешь. Он непредсказуем. Ждем. Так, получила, да, по рогам? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Спокойно, парень. Так, и что дальше он будет делать? Да ладно, хорош. Хорош тебе выеживаться. Так, давай сделаем вот таким вот образом. И что же нам еще сделать, ребят? Мы можем с вами покидать скальпель. Покидать скальпель. Вот так вот. Ждем, ждем следующей реакции. Так, ну он понял, да, что здесь безнаказанно. Он сейчас будет им... Блин. Адеп, значит, будет стоять и хиляться потихоньку, да? Меня такой расклад не устраивает, если честно. Вообще не устраивает. И мы с вами продолжаем нашу эпопею. Также сделаем вот сюда вот защиту. И будем бомбить деп. Так, у меня 100%. Я почему-то, ребята, так, секунду, у нас что это такое? Наносит урон случайно выбранному персонажу и блокирует одну из его карт на весь матч. На весь матч. Бросает колбу и наносит урон. Слушай, ну для этого нам нужно сделать что? Вот такую штуку. Все, в следующий раз я бросаю, ребят, вот эту вот колбу, которая нанесет всем урон. Но кто отравлен цианидом, да, сразу получает все 4 единицы урона. Поехали. Бросаем. Давай, доктор, бросай свою колбу. Вот так. И сделаем вот таким вот макаром. Пробуем, смотрим. Ну, блин, дебом. Начал дебом бомбить твою же дивизию. Хорошо. Точнее, на самом деле, ничего хорошего. Давай бросим шприц. Бросим шприц сюда. Так, что у нас это, ребята? Делает укол союзнику. Сделаем укол. Вот так. Смотрим. Да ты что ты будешь делать, ребят? Это плохо. Это на самом деле очень плохо. Давай сделаем укол. Давай мы так. Что ты сделал? Ты выстрелил? Давай тогда добьем ее. Ну, вот так вот. Смотрим, ребята. Угу. Неудачно, да? Бросил только зря. Ну ладно, ребята, у него еще есть возможность, еще есть попытки побросать скальпель и пострелять. Оу, потратил на медика. Ну что ж, давай сделаем вот так вот. Вау. А что мы ему убрали? Отхил. Слушай, вот это классно. Теперь он не будет хиляться. Правда, вот этот тут, ребята, разбойник, он сам по себе хиляется. Когда стреляет, у него есть хилящий выстрел, так его назовем. Угу. В кого будешь дальше метать? Понятно. Видите, ребят, да, он хиляет, но это зря. Потому что у него здоровье полное, зачем он так делает? Пока не понимаю. Ну, а мы с вами продолжаем. Так. Сделаем. Блин, что тут лучше сделать? Да я даже не знаю. Сколько у нас урон здесь? 72, да? 3 выстрела. Фигня это получается. Давай мы, наверное, сделаем вот так вот. И попробуем вот таким вот образом. В кого он будет сейчас бомбить свои... Так, он хочет мне медика лишить, да? Понятно. Я все, ребята, я понял. Погнали. Уничтожаем медика. Так, он мне уничтожит, скорее всего, да? 4 выстрела. Раз, два. Еще 2 остается у него. В кого? Угу, понял. Так, ну что, ребята, делаем так. Так. И ждем.
У меня есть ульта. Ульта. Так, хиляется. Ну, пускай хиляется, ребята, это его право. Ну, а мы с вами делаем вот так вот. Какую карту мы ему ликвидируем? Покажут? Обычный просто выстрел. Угу. Просто обычный выстрел. У него тоже, кстати, ребята, сейчас ульта накопится. Ну, что дальше? Да, ребята, я выиграл. Видимо, по времени. Хм. Ну что же, одна победа из 12, и мы с вами продолжаем нашу эпопею. Так, давай смотреть. Ожидание соперника. Подожди, соперника, а мы же еще вроде бы как бы картишки не раскинули. Отбор. Кого нам убрать? Давай я уберу. Я буду, ребята, убирать зомби. Так, что он предпримет? Таха против нас, да? Ой. Так, он убирает медика. Хм, странно. Ладно. Каждый себе выбирает? Нет, ребята, он мне выбрал бабку. Господи, бабку выбрал мне. Зачем бабка мне нужна? М? Она мне нафиг не нужна. Так, тогда мы с вами выберем ему вот этого вот бандита. Да? Проныру села. А, мне опять выбор. Хорошо, давай выберем бабку. Тоже ему подкинем бабулю. Кого он мне сейчас бросит? Давай, бросай кого-нибудь нормального. Гробовщика! Господи, зачем гробовщика? И мне остается лишь, ребята, последнего ему кому-нибудь закинуть. Кого ему можно закинуть, а? Кого бы это сделать? Ё-просто. Ё-моё. Хорошо, давай тогда, наверное, тоже ему гробовщика закинем. Вот так вот. На равных, чтобы были. Поехали. Тут, ребят, кто... Блин, я хожу, к сожалению, первым. Так, 43 чистого урона. 43. Ну что, давай массовую, наверное, бомбить. Вот так вот. То есть ярость у нас будет копиться тоже одинаково, абсолютно. Ну, естественно, бабуля два выстрела делает. Естественно, ребята, давай тогда так же сделаем. Так, у меня-то ярость должна побыстрее накопиться, насколько я понимаю, да? Потому что я первый ходил. Ну, бабка, естественно, так. Ага. Ребят, на следующем ходу у меня будет ярость. На следующем ходу у меня будет ярость. Погнали. А зачем я это сделал? Кто мне скажет, а? Чистого урона. Вот так вот сделаем. Что он будет сейчас предпринимать? Бабулькой бомбить? Наверняка бабулька сейчас ярость применит. Я считаю, что у бабули здесь имбовая ярость. Но мы выжили. Угу. Ну а теперь моя очередь. Бабуль, давай. Как-то не айсово получилось, если честно. Все, бабка на следующем ходу умирает. Потом кто следом? Гробовщик, что ли, пойдет у нас? По пути. Слушай, бабку можно расстрелять просто обычной стрельбой. У нее 5 выстрелов. Понятно, я понял. Минус бабка. Гробовщика давайте, ребята, с вами попробуем уничтожить. На следующем ходу. Блин, а он мне все равно уничтожит. Да, ребята, гробовщика сейчас. То есть получается сколько здесь? 56, 2 выстрела. Гробовщик умирает. И потом остается только лишь надеяться на ульту, потому что ульта у меня будет у последнего. Да, получается так. Какая ульта у меня у последнего? У него, ребята, накопилась ульта. А почему так? Не знаю. А что? Погоди-ка. Так, что? И что? И что это значит?
Что значит? Я должен... Да хорош ты. Это фейл, ребят. Я думал, что он воскресит сразу же, как у нас это обычно делает доктор, да? А тут надо еще подкопить. Короче, гробовщик — это фуфло в данный момент. Нет, единственное, у него преимущество, что... Что, зависло-то у нас все. И чё? Эй! Ё-моё, я уж думал, зависла игра опять. Короче, первое мое поражение. Угу. Мы продолжаем, ребят, с вами битву. Продолжаем. Ну, фейл есть фейл. Не могу только понять одного, почему у него ульта накопилась быстрее. Хоть ты тресни. Так, ну что, кого он сейчас уберет? Да ладно тебе, что вы такие зануды-то? Что вы... Так, он убирает, ребята, зомби. А мы тогда с вами, знаете, кого уберем? Хм. А мы с вами уберем... А вот этого вот дядю. Я не хочу, чтобы... Так, выбор. Это, я так понимаю, ему, да, выбираю? Угу, ему. Ну, давай вот этого вот паренька выберем. Пускай он с ним сидит, с гробовщиком, с этим, с могильщиком. Да хорош ты. Так, да, значит, он решает сделать. Угу, ладно. Кого мы можем? Ну, давай вот этого. Ай, тихо, подожди, его выброжи. Сейчас, наверное, бабку мне опять подкинет. Нет, медика. Или все-таки бабку? Медика. Так, ну что, мы тогда подкинем тоже медика. Я буду действовать, ребят, как в тот раз. И бабку. Слушайте, вам это ничто не напоминает? Слушай, ну на самом деле это тупо. Раньше, я помню, мы выбирали себе героев, а теперь почему-то мы выбираем врагу. Это как-то немножко глупо, я считаю. Ну давай, хорош думать, ты 3 часа, ёпрсете, блин. Сейчас бабку мне подкинет, 100 пудов. Черт бы его побрал, а. Ладно, погнали, ребята. Ну а что сделаешь? Ну вот так вот получается у нас. Так, он еще и ходит первым. Ну давай, что он будет делать? Естественно, гробовщик, могильщик — это мясо здесь в данный момент. Ну понятно, понятно. Начинается с массовых атак. Так, ладно. Я попробую сыграть, как в прошлой кампании, в прошлом бою. Посмотрим, кто кого сможет здесь передамажить. Так. 92% у него до ульты. Так, это бабка у нас 4, да? То есть 2 раза она сейчас сходит, стопудово. Или будет хиляться. Я не знаю, ребят, что она будет делать. Наверное, хиляться, скорее всего. Точно, она будет хиляться. В принципе, ребят, меня такой расклад устраивает. Потому что я буду бомбить. Так, и теперь бросим, наверное, в бабулю. Вот так вот. Ну что, ульта. Посмотрим, или он применяет сейчас хил, или применяет бабкой супер выстрел. У него 2 варианта. Я сомневаюсь, что он будет горовщика, потому что у него на воскрешение идет в основном покойников. Ну, что он надумает? Хиляет. Он хиляет бабку. Ладно. Пускай хиляет бабку. Ну, а дальше-то что? Дальше вот так вот, да, пошло все. Мы с вами тогда, знаете, что сделаем? Тоже хильнем бабку. Ага, на бабуленьку. И тоже, ребята, сделаем с вами выстрел. Так, и еще вот так вот. Смейся, смейся, бабуля. Что дальше он будет делать? Хочет мне бабку уничтожить? Не получится. Не получится, парень. А вот у меня, не знаю, ребят, посмотрим. Так. Не хватит чуть-чуть, да? Буквально маленечко не хватило. Хорошо, фиг с ним. Переживем этот момент. Но в любом случае, медику хана.
Своими дротиками он меня не забомбит, своими скальпелями. 157, да? 190. Так, ребята, у нас 50. Воу, все. Медику фиаско приснилось. Так, и шибанем, наверное, ребята, в могильщика. Вот так вот. Ульта сейчас будет применять стопудово бабкой. Или все-таки решит воскрешать? Нет, конечно, будет бабкой бомбить. Бабка здесь в данный момент, ребята, имба. Серьезно вам говорю. Вот так это все дело происходит. Так, ну а мы с вами делаем вот так. И давай гробовщика уничтожать. Так, ну что, бабка сейчас зарядит 100 пудов свою песню музыкальную. Сейчас она будет бомбить ультой. Я бы лично сделал бы именно так. Ну, а потом уже, конечно, беремся за гробовщика, за могильщика. Ты понял? Ты смотри, что он делает. Кстати, это хорошо, что он тут пробует рисануться, потому что ему сейчас, ребята, кирдык будет. Пускай он пока пробует тут, ребята, бомбануть, а мы, естественно, будем его уничтожать. Ну, давай, попробуй еще. Так, у нас сколько? Здесь 43 урона, а здесь 27. 43. Оу, воскресил. Так, подожди, а что это такое? Так, а вот это что? Воскресить покойника своей способностью. Ага. 43, поехали, ребят. И добиваем. Вот так вот. Ну что, сейчас посмотрим, ребят, что он будет делать. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо. Ребята, это плохо. И понеслась. Так, у нас ульта есть. Ульта готова. Так, ну естественно, он будет медика уничтожать, пытаться. Последний выстрел давай делай. Все, хорош. Так, ребят, ну что? У нас сколько? 43. 5 выстрелов, да? 200. Минусуем, короче, медика с вами. Вот так вот. Ну и остальное летит все в бабулю. Бабуле придется применить ульту, но для этого она уничтожить должна мне медика. Сколько у него выстрел будет? Так, раз. Не убьет. О, все. Минус ульта, да? Минус, ребята, ульта. Так, а мы с вами можем пометить могилку. Так. Бабулечка рисанулась. Ну, что он теперь будет делать? Раз, два, потом ульта пойдет, да? Потом, наверное, пойдет ульта. Или не хватит ему? Нет, хватает. У него два выстрела на... Черт бы его побрал, а? Погнали. Ну что, бабуля, сможешь ты с 5 выстрелов меня убрать? Раз, два, три, четыре. Нет. Все, бабка, пока. Ребята, вот такой вот поединок, да? Не кислый, но, как видите, я выиграл здесь. Ух. Отлично, хотя бы первая победушка за нами. Ну что же, мы с вами продвигаемся далее. Это у нас на третью битву, да? Ну, на, по крайней мере, вторая из 12. Блин, вторая из 12. И посмотрим, что у нас тут будет происходить. Убрать. Ну, убираем сразу же зомби. Понятное дело. Хотя не знаю, для чего мы убираем зомби, потому что он может вдруг с дури поставить его мне. И это было бы классно, кстати. Надо было бабку убрать, наверное, да? Ну чё, а, вот ты кого убираешь. Ладно, хорошо. Мы тебе подкинем тогда, знаешь что? Ой, тихо. Или бабку, или медика, да? Или бабку, или медика, или же...
Или же кого? Хм. Слушай, он мне... А зачем он мне поставил? Это же имба, ребят. На самом деле это имбовый чувак. Пхе. Почему он его мне дал? Я не знаю на самом деле. Давай сделаем так, медика ему подкинем. Что он мне подбросит? Ну, что ты думаешь так долго? Так, и третьего. Кого-то его нужно будет подкинуть. Третьего. А кого? Доктора? Спасибо. Кого? Гробовщика, что ли, подкинуть ему? Да, я, наверное, ребята, ему подкину гробовщика. Он тоже мне хочет его подкинуть. Ха. Судя по всему. Ну, давай. Что происходит вообще? Я не понимаю. Давай сделаем так. Слушай, гробовщик, ребята, имбовый. В плане того, что 45 урона по 5 раз, 200 за удар. Это, поверьте мне, это не хило на самом деле. Ну что, начнем с бабки. Это как, ребят, по стандарту. Бабульку будем разбирать первым. Потому что у нее массовая атака. Ну, этот, естественно, будет хилять бабулю. Ну, а мы опять же будем по ней бомбить. Опять же будем, ребят, бомбить по этой бабке, не уступая ни в чем себе. Пускай он там бомбит, стреляет. Главное дожить до ульты. Даже так. Ладно, погнали. Так, у него, ребята... Нет, у меня ульта накопится быстрее. Так, вот это ты зря, это не поможет. Ты думаешь, отхил поможет? Я сомневаюсь, ребят, если честно. Так, давай бросим. В кого он у нас полетит? О, в медика. Так, а теперь сделаем вот такой вот укольчик. Ну, естественно, в бабку. Ярость. Ну что, в кого он будет бомбить? Давай посмотрим. Я думаю, что он захочет Гарри забомбить. Все-таки до конца. Гробовщик, кстати, ребята, может пробивать. Вау, ты понял? Ну, все, бабки как будто здесь и не было. Отлично. Ну что, следующий, я думаю, ребята, будет у нас с вами медик. Видите, он пробивает защиту. Несмотря на то, что у нас защита, да, идет от доктора, он ее пробивает. Угу, убил, молодец. Ну что, мы с вами, наверное, медика уничтожим. Именно Фрэнк Пышка это дело сделает, я думаю. Так. Защиту смысла нет ставить, потому что этот охламон ее пробьет. Все равно, рано или поздно. Ну что он там будет делать сейчас? Бросать свои дротики? Да, он бросает, ребят, свои дротики. Все, хана этой бабе. Так, остается лишь гробовщик. Гробовщик, естественно, убьет мне доктора. Ну, а потом у нас остается лишь ульта. Ульта, ребята, не работает на него, потому что он будет пробивать блок. Погнали. Сейчас будет все зависеть от того, кто кого передамажит. Я думаю, что все-таки я должен передамажить. Правда, вот эта вот защита. Кого он там рисанул? Так, подожди, ты пока ничего не делаешь. Что ты там выеживаешься, я не могу понять. Слушай, я его должен пробить, по идее, ребят. 130. Посмотрим. Нет, ребята, фиаско мне. Все, на 45 каждый выстрел, 200 дамага. Я сдулся. Слушай, ну знаете почему, ребят? Потому что если бы я поставил себе защиту, он бы ее пробил бы. Гробовщик бы ее пробил. Всего лишь 7 хп. Согласитесь, это обидно. Но ничего не поделаешь. Я ему сам дал этого гробовщика. Надо было... Нет, не медика. Кого-то можно было подсунуть. Я даже не знаю, кого подсунуть ему. Да повара того же самого, злобного. И то было бы, наверное, эффективнее. Так, ну что, уберем, наверное, мы с вами... Так, я хочу нафиг убрать отсюда вот этого медика. Я не хочу, чтобы он мне выставлял его в следующий раз. Так, он доктора убирает, да?
Так, он мне выставляет вот этого чудика. Мне не нравится этот чудик. И мы с вами так, давайте тогда выставим, наверное, ему вот этого вот преступничка, да, сел, проныру. Так, мне опять же дают выбор, и на этот раз мы выберем с вами, кого ему подкинуть сюда, а, ребят? Кто мне скажет? Ну, давай вот так вот. Фиг с ним. Пускай будет Саша Кремень. Кого он мне подкинуть хочет? Гробовщика. Ладно. Гробовщика он мне подкинул. Ничего себе. Вот это, ребята, что-то новенькое для меня. Так, ну что, давай, наверное, подкинем вот так вот. Ну что, поехали, посмотрим, ребят. Ну, это, конечно, жесть какая-то. Я врагов выбираю именно ему. Офигеть. Давай, поехали. С динамитов начнем. Так, потом, естественно, врываемся в эту кипу, да, и бомбим. Вау, Саша Кремень, хорош. Бомбит-то он нехило. Так, смотрим. А, еще могу. Еще могу вот так вот. На. Ты смотри, ребят, они хотят мне просто забомбить моего чувачка этого, да? Ладно, хорошо. Потом ворвемся, будет взрыв. Угу, понял. Давай, ребята, влетаем. Так, ну что, у него тоже ульта, ребят. Я не знаю, кому он сейчас будет тут, кем будет применять. Наверное, Саша Кремень, скорее всего, нет? Я бы лично Саша Кремень. Вызывает танк, который бомбит. И если попадает, этому-то хана будет, стопудово. Сейчас гробовщик 4 своих топорика бросит, и все. Свои 4 лопатки. 5 лопаток даже. Или 4, 4. А вот что дальше будет, вот это уже другой вопрос. Оу. Так, ну что, понеслась, ребята. Раз, два. Короче, ему хана. Этому чувачку это однозначно. Вот так вот. А? Вау, вот этого я боялся, ребят. Серьезно говорю, вот этого вот я боялся. Имбовая ульта. Ну, а мы с вами... Всего 3, блядь, паршивых выстрела. Всего 3 паршивых, ребята, выстрела. Так, хорошо. Раз, два, три. Потом я применяю, ребята, ульту и воскрешаю кого-нибудь. Кого пока не знаю. Посмотрим, кого мы сможем с вами воскрешить. Это гробовщик. Угу. Он наверняка сейчас будет в него бомбить, да? Или применять ульту? Хорошо, предположим. Погнали далее, ребята. Так, ну что? Ульта пошла, да? Понятно. Все, что ли? Все на этом? Погоди, о чем? Парень, а ты не припухли, а? Ну-ка посмотрим, ребят. Раз, два. А, хиляется. Два. Еще выстрел у него есть. Понял. Ну, а мы убиваем, ребята, с вами. Да-да, убиваем его. Без угрызения совести. Ну, согласитесь, да? Вот эти вот саперские лопатки, кто он бросает 5 раз по 45 урона. Это довольно нехило. Фух. Так, ну что, переходим с вами далее. И поехали. В общем, гробовщик не так уж и плох, если тебе его дают. Так, убирать. Кого убирать нам? Ну, давайте уберем доктора Шприца.
Посмотрим, кого, ребята, уберет он. Гробовщика. Хм. Заманчиво. Слушай, а это... Парень, это вот... Это щедро с твоей стороны, если честно. Это очень щедро, что ты вот так вот мне подкинул, подсунул, так сказать, да? Давай, наверное, мы с вами сделаем... Что нам лучше ему подсунуть, а? Ёпрсте, что подсунуть его? Ребят. Не деп. Зачем я... Господи, это же... Ну, это же имбово, ребята. Ну, господи, давай выберем вот так вот. Опа. Подрывника мне подкидывает, да? Черт, давай медика тогда ему воткнем еще. Блин, разбойник. Давай тоже разбойника ему подсунем. Все, значит, в первую очередь нам нужно уничтожить этого. Блин, зачем я, ребята, ему Гарри... Ой, не Гарри, я этого кинул. Это же имба. Серьезно вам говорю, это имба, ребята. Так. Ну что, для начала мы делаем с вами вот это. И понеслась. Будем уничтожать. Другого выбора я пока не вижу. Пытаться. Ну, естественно, конечно. Конечно же, он будет его расчекрыживать, пытаться уничтожить. Так, что он будет хилять? Да, ребят, он хиляет, но он выстрелил в холостую, получается, у нас. Погнали далее. Так, смотрим дальше. У меня ульта на следующем ходу. Понятно. Так, ульта. Погнали. Так, сможем мы его добить? Ну, на следующем ходу мы его обязательно, ребят, добьем. Выстрел сейчас будет кому-то в лобище. Понятно. Давай еще один выстрел. Я знаю, что ты способен на большее. Так, ну что, нам придется его, ребята, ликвидировать. Попытаться, по крайней мере, убрать. Я знаю, что этот чувак очень жесткий. С трех выстрелов может просто убрать меня. Да, с двух даже. Ты понял? Зачем я ему подсунул его? Я не понимаю, ребят. Какого лешего это надо было сделать? Так, ну что, на следующем ходу, ребята, ульта. Ты прикинь. Так, и... Слушай, он, наверное, меня убьет быстрее. Судя по нашему здоровью. Слушай, ну... Я здесь сам виноват. Зачем я ему дал этого персонажа? Вот этот секундомер, который, блин, затикал, и я как в нервном тике ему подкинул имбу. Это да, это провал, ребята. Но, как говорится, за спрос денег не берут. Что есть, то есть. Так, давайте посмотрим. У нас три выбора. Да. И 320 монет. Короче, турнир был самый наихудший. Так, сколько у нас? 937 монет. Я могу что-то на Сашу Кремень поднять. Давай попробуем. Танкобой. Ладно, танкобой. И давай вот это тогда. Свинцовый дождь. Это, ребята, массовая атака, но опять же хиленькая она. Все. Все деньги в трубу. И давайте, наверное, пару уровней все-таки сразимся в битве. Так, ну что, давай битву. Опять же, у нас тут будет опять нормальный отбор, который меня больше всего бесит, если честно. Ну, нормальный отбор ведь? Да, естественно. Ну ладно, нормальный так. Так, убираем мы с вами кого? Давай вот этого вот уберем, паршивца. И посмотрим, кого он уберет. Понял. Так, ну что, ребят, тогда нам придется с вами работать через... Ой. Так, секунду. Он выбрал мясника. Мы с вами выбираем Гарри. Так, следующим выберем с вами... Стефано. И в завершении, скорее всего, у нас... О, бабку он взял. Слушай, Деп? Хм. Ребят, что-то тут пахнет керосином, по ходу дела. У него два массовика получается, да? И деп. Хм.
Слушай, что-то я давно таких комбинаций, если честно говоря, не видел. Начнем, пожалуй, с деп. Так, он пошел массовой атакой. Понял. Мы, ребят, с вами деп. Продолжаем бомбить. Так, он сейчас будет опять массовые атаки, да? Сто пудов врубать. Или нет? Я что-то призадумался. У него получается две массовые атаки. Примерно сколько хп отнимет? Где-то вот почти половиночка будет у нас. А мы только разберем деп и немножко заденем бабулю. Вот так он решил. Опа. Слушай, а вот это он, наверное, ребята, сделал зря. Сколько у нас массовая атака отнимает? 58, поехали. Так. Кто следующим у нас будет? Сейчас он будет бомбить, либо массовой атакой, да, либо ульта еще пока ни у кого не готова. У меня будет у первого. Хм. Массовая все-таки пошла, да? Два выстрела массовой плюс один прямой удар. Будет наверняка от мясника. Даже, наверное, двойной стандарт он сделает, скорее всего. А, нет. Воу-воу-воу-воу-воу. Слушай-ка. А это, в принципе, ребята, очень даже хорошо. Это очень даже хорошо. Смотри, что получается. Ему сейчас придется либо кого-то из этих двух бомбить. Массовая атака здесь не прокатит. А Фрэнк Соло бомбанет с двух выстрелов бабулю. Ведь положит же, по идее. Подожди-ка, сколько у нас? 149, да? Да, мы бабку с вами положим. Так, а дальше что? А дальше, блин, а дальше я не знаю, ребят. Будем смотреть. Так, минус бабуля. И давай по мясничку один удар. Короче, он минусанет. Сейчас будет массовая ульта. Ой, массовая ульта, будет ульта. Он либо, если попадет по пышке, то мы еще живем. Ага, вот так он хочет сделать. Хорошо. Уничтожил. Ну, ульту, ребята, он ульту держит. Ты понял? Он держит ульту. Сейчас полетит. Сейчас он бросит свой тесак. И добить вряд ли, конечно, он сможет. Хотя, кто знает. Ну что, пошла ульта. Лучше бы она попала по Гарри. Плюс два выстрела в Фрэнки Пышка. Да, он выдержит, ребята. Он должен выдержать. Ой-ой-ой-ой-ой. Совсем не то. Ну ладно, фиг с ним. У него еще два выстрела, ребята. Гарри выживает, то есть, соответственно, мы с вами добиваем. Я даже сделаю вот так вот. Все. Победа. Кстати, ребята, Фрэнки Пышку я стал брать в последнее время вместо Тейлора. Потому что Тейлора очень часто начинает блокировать. Так, подожди секунду, я активирую сундучок. Пускай он будет у нас на открытии. И поехали дальше. Ну что, посмотрим, что у нас на этот раз выйдет. Какая будет у нас тут компания противников. Так, ожидание соперника. Я выждал. Так, кто будет первым убирать? Он, да? Хорошо, пускай убирает. Да ты что ты будешь делать? Вот, ребята, вот постоянно Тейлора все убирает. Так, а я тогда, знаешь, кого? Я вот этого уберу. Вот единственное, с кем я здесь не могу почему-то сыграть нормально, это именно против подрывника. Угу. Так, смотри, что делает. Ребят, смотри, что он делает. Давай мы тогда так сделаем. И кого он? Он будет последнего? Нет, я. И выберу я, пожалуй, наверное, Фрэнка Пышку. Ах ты! Смотри, что делает. Слушай, ребята, а вот здесь вот пахнет керосином. Если бы у меня этот персонаж был бы прокачан, это было бы круто. Но я его трогать пока не буду. Пока трогать не буду. Мы с вами начнем с разбора Гарри. Наверное, лучше с него начать. Хотя, по идее, надо убирать ее в первую очередь. Смотри, что делает, а. Ты смотри, что он, ребята, делает. Так, ну что, он убирает, да, мне? Я так понимаю, сейчас уничтожит.
Так, он убьет, понятное дело. Ну и мы тоже Гарри с вами уничтожим. Так, выстрел. И начинаем. Поехали. Вот так вот будем. Так, ну что, ярость у него накопилась. У нас, кстати, тоже сейчас накопится. Посмотрим, что он будет делать. Вау. Потратил все-таки, да? Мы, ребята, бросаем с вами наручники. Естественно, в первую очередь. Я уже не знаю, на кого прилетит. Конечно, хотелось бы, чтобы... Я даже не знаю, на кого. Кого предпочтительнее нам с вами убрать. Вот, серьезно говорю. Давай посмотрим, на кого полетят. Ай, хрен с ним, ребят. Хрен с ним, пускай на ней будет висеть. Так, да-да-да-да-да. Так, ну что, она мне подбомбит, скорее всего, Гарри. Уничтожит. Раз, выстрел. Еще второй, и это фиаско. Раз, два. Все, я понял. Я понял, не дурак. Дурак бы не понял, а я понял. Да ну хорош, блин, ну Фрэнк, ну пышечка, ну... Ну как так-то, господи. Это плохо, ребята, для нас. Погнали. Так, он сейчас, если он сейчас будет стрелять, мы встанем в защиту. И он тоже встанет в защиту. Да, ребята, он тоже встанет в защиту. Только у меня защита, по-моему, на два хода, а у него на один. Если я чего-то не путаю. Но он может прострелить, пробить. Угу. Так, а что, у него еще есть выстрел, что ли? Ёпарасоте. Ребят, это плачевно. Сейчас посмотрим. Если у него достаточно прокачанный скилл по стрельбе, он меня пробьет. Так, он... Да, ребята, он меня пробьет. Фейл. Тут фейл. Ну что? Ну не повезло, что я могу сказать, ребят. Тут по-другому никак. Либо ты, либо тебя. Да, вот так вот. Вот так оно все бывает. Хочешь как лучше, но получается как всегда хуже. И опять же, Эдь только поднялся, да? И тебя опять скинули. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду завершать. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в мафиоза. Так что, до скорого.